गौरचंद्राय राधिकाइष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Вся слава Шри Гуру и Гауранге. Вся слава Гуру Парампаре. Вся слава Хари Кришна Мантра Санкиртане. Вся слава всем собравшимся преданным. Спасибо вам за все, за ваше время. Сегодня у нас вопросы. Преданности, да, говорится, что Шрада, Сарасвана Баджана Кришна. Вот, и так доходя до ништхи. Так, сейчас попытаемся разобраться, что был за вопрос. Так, прежде всего нужно знать, что искренность на духовной практике — это самое главное. И если вы не искренни, тогда наши, мы не будем продвигаться по пути. Мы даже не сможем достичь уровня шрадхи, несмотря на то, что внешне мы будем практиковать жизнь за жизнью. И что же искренность? Мы должны быть искренни в следовании шастрам. То есть все то, что мы слышим от шастр, советы от ачарьев, мы должны искренне принять это в свою жизнь и следовать этому. Господь, Он не тигр и не лев. Он не какое-то свирепое животное. Наоборот, Он очень любящий. И как только искренне мы, у нас появится искренность, вот Он пошлет нам гуру. И когда мы искренне захотим предаться Ему. И этот гуру, Он покажет нам путь, как следовать пути бхакти без оскорбления. В противном случае у нас появится такой гуру, который будет помогать нам продвигать самих себя или этого гуру и оскорбляя всех остальных. То есть вайшнав, он отличается тем, что он всегда смотрит на хорошие качества в других и не обращает внимания на плохие. И по милости чистого преданного вайшнава этого можно достичь.
То есть можно за мгновение достичь. То есть вы можете достичь абсолютно всего. В этом особенность, да, и так проявляется беспричинная милость Господа и Его преданных. Вот. Но в противном случае мы должны шаг за шагом преодолевать все вот эти стадии, как мы обсуждали. То есть, я надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать. Поэтому наша шастра говорит, что Кришна Бхакти Джанманму Хоя Садесанга, что корень преданности, он заключен в обществе. В каком обществе? В обществе чистых преданных, садху. То есть, чрезвычайно чистых преданных. То есть, самых шудха, самых чистых. То есть, я думаю, вы знаете всех, какова природа этих преданных. И следующий вопрос. Считается оскорблением критиковать вайшнава. Вот, а других критиковать, это считается это грехом. И мой вопрос заключается в том, в чем же разница между грехом и апарадхой, оскорблением? То есть грех, он связан с этим материальным миром, тогда как апарадха, она связана с духовным миром. Вот, например, искренне преданы. Кто обрел благословение? Что означает обрел благословение? Это уже получил инициацию от возвышенного, и все у него хорошо, но... Вот, я, например... Вот, но я что-то сказал против него, просто чтобы чуть-чуть преуменьшить его славу. То есть, если мы будем в них... Тогда это будет оскорблением. То есть нужно принять искреннее прибежище у вайшнав. То есть, и если мы будем что-то действовать против них, да, так как они связаны с духовным миром, они представляют духовный мир, то это будет оскорблением. Но если вы будете делать что-то против этих людей, этого мира, тогда это будет греховно. Но грех, он легко от него освободиться посредством воспевания. Апарадха освободиться не так уж просто. То есть, и поэтому вайшнава, апарадха, оскорбление вайшнавов очень-очень опасно. Поэтому мы должны быть очень осторожны в этом ключе. Мы не должны не критиковать никаких вайшнав. В этой связи я вам хочу сказать, что однажды в 95-м году на Кешигате, мой духовный учитель, мы приобрели вот эту землю на Кешигате, и туда, в том году, Гурудев туда отправился впервые, и вот там он дал удивительную харикатху. То есть лучше жить как материалисты и питаться мясом животных, оскорблять преданных вайшнавов. Потому что когда вы оскорбляете преданных, это значит. И это оскорбление невозможно, от этого оскорбления невозможно избавиться просто благодаря воспеванию. То
То есть сегодня мы можем есть что-то не очень, да, то есть чистую пищу, да, там кто-то может питаться мясом, но это можно так или иначе, когда придет понимание, да, то есть мы можем очиститься от этого через воспевание, но это не сработает, если мы совершаем оскорбление вайшнава. Проблема в том, что в наши дни мы избегаем обязанностей перед семьей. То есть, как родители, мы должны заботиться о своих родителях. Но мы этого не делаем. Некоторые убегают в храмы, типа, для служения Господу. И если они действительно служат Ему, тогда вот этот грех пренебрежения обязанностями, он не коснется вас. Если он следует всем тем указаниям, которые есть в шастрах и гуру, тогда нет ничего плохого. Но если мы не слушаем гуру и шастры, тогда это оскорбление. Если вы пренебрегаете выполнением обязанностей перед родителями, это тоже греховная деятельность. Поэтому преданные, которые пришли в храм, и они не искренни, да, они пришли со своим мотивом, тогда они совершают два вида, ну, греха или оскорблений. То есть один грех — это перед родителями, потому что они пренебрегают долгом, а второй — перед гуру, вайшнавами. Вот. И потому что они пренебрегают ихними наставлениями, то есть они совершают оскорбления. Поэтому куда проще жить на самом деле дома, ну, и выполнять свои обязанности, это, чем имитировать жизнь, ну, как бы... отреченного, жизнь в матхе. Да, лучше жить дома, воспевать махамантру. Я надеюсь, вы понимаете ответ. Хорошо, вчера говорили о Шантарасе. Вопрос, те преданные, которые в Шантарасе, они все имперсоналисты или нет? Все, Гурудев говорит, не совсем. Шантарас — это, например, как животное. То есть, вот если мы станем коровой в духовном мире, то мы обретем шантарасу. Who is Shantarasa mood? Devotees or impersonalists? No. Actually, Shantarasa in Shastra says... Так, сегодня три вопроса. Вот, сегодня я ответил на три вопроса, если вы не удовлетворены. Бену means... Вот. Бишан means... На завтра мы сможем разобрать остальные вопросы, если у кого-то есть еще вопросы. So this is the, I think, three questions I answered, and
Шилгурдев начал читать 74 стих. Вчера мы уже обсуждали. То есть мы говорили, что в дасарасе есть некоторый страх. То есть в дасарасе есть такое ощущение, что я не заслуживаю это, да, то есть такое как благоговение, страх, вот, и... То есть вот такое ощущение. Тогда как сакхираса, там уже нет страха. То есть нету различия. То есть есть только мысли, вот то, что Господь — это мой близкий друг. Вот. И вчера я рассказывал о Дхену Касури и о том, как мальчики-пастушки, они взбирались на вот это длинное дерево Тал, когда Кришна был внизу, и один сакха залез ему на плечи, потом второй сакха залез тому на плечи, и так постепенно они достигли верхушки этого дерева Тала, чтобы собрать эти плоды Тала. То есть вчера мы об этом обсуждали. То есть эти сладостные, кремовые, вот, вкусные, и поэтому каждый из них пробовал перед тем, как дать Кришне. То есть, и видя это, даже деваты, они призадумались, действительно ли он играет так, он ведет. То есть, если Кришна — Верховный Господь, тогда почему эти постуждают его? Вот, мы видим, что пастушки постоянно побеждают его, одерживают верх над ним. То есть, если он Верховный Господь, тогда почему Кришна доедает вот эти остатки после вот этих пастушков? И вот такие вот сомнения вот возникают у деватов, потому что Господь Кришна, он вот такой сладостный, и он играет со всеми, да, со своими друзьями, и там нету никаких различий. Вот, и все твердая вера. Сиканта Вишвас. То есть это такая очень близкая, вера, очень близкие отношения, дружба с Кришной. То есть это ощущение, что Кришна как я, мой родной. Если что-то происходит, они всегда приходят к Кришне. Но когда Аристасур или какие-то другие асуры приходили, Агхасур, они знали, что Кришна с нами.
Поэтому они не волновались ни при каких обстоятельствах. Кришна сказал. Как только они видят какие-то проблемы, они зовут Кришну, и Кришна спасает их. То есть от Агасура он спас их. Ариштасур. То есть Ариштасур жил в той области, где Радакунда сейчас. Там этот демон был в форме быка. И из-за того, что там жил Ариштасура, это село сейчас называется Арит. И Камса однажды послал его убить Кришну. И вот он такой очень большой бык, да, он был формой очень большого. Да, он был настолько большой, что его хвост разгонял облака. Вот, а когда он начинал, не знаю, хрипеть, рычать, вот он это. Что было как очень много молний. Грома начинал шуметь вот так вот. То есть и все женщины, которые были беременны, они от этого гула, у них как бы случался кто выкидыш, у кого рождался дети. Вот, и слыша вот это все, все начали звать: защити нас, Кришна. Вот и Кришна пошел к Ариштасуру. Вот, и как только Ариштасур пришел к Кришне, ну, как только они встретились, Кришна взял его за рога и толкнул его. Ну, толкнул, что просто отлетел на 18 метров. Ариштасур снова пытался ударить Кришну своими рогами. Кришна вновь его схватил за оба рога. И вот как мы крутим руль, вот так же самое он начал крутить эти рога и таким образом убил Ариштасура. Вот, и тогда все пастушки, они решили, что: о, Кришна убийца коров. Тогда Кришна им объяснил: ведь вы меня попросили защитить вас, и я сделал так. Сейчас вы отвергаете меня, потому что я убил корову. Вот. Хорошо, тогда скажите мне, как избавиться мне от этого, этого греха? При каком условии вы вновь примете меня? Тогда все сказали, что ты должен пойти и принять омовение во всех святых реках. Говорит, ну, Кришна сказал, этого слишком. Это слишком много времени займет. Вот есть ли какие-то другие варианты? Говорит, нет, ты должен пойти и везде принять омовение. И Кришна тогда сказал, а если я приведу все святые реки сюда и приму омовение здесь, это сработает? Тогда все гопи, они пошли к Радхарани, спросили ее,
и пришли к заключению, что давайте посмотрим, что ты там сделаешь. Как он сможет привести эти все сатирики. Как только они согласились, Кришна начал молиться. Гандхи ему начал объяснять, что... Сын в уме начал призывать все святые реки. Вот, и он призвал их. Вот. Вот, и Кришна тогда пяткой ударил о землю, там образовалась воронка, и туда он попросил войти все реки. И таким образом проявилась Шьяма Кунда. То есть это убил. Then as soon as they agree, then Krishna just pray. Oh, так, если Кришна это действительно Господь, тогда как он может быть побежден всеми этими пастушками? Не понял, у кого это было такое сомнение, и Кришна что сделал? Кришна, он взял что-то... Дурваса Муни поместил вовнутрь, и тогда ему все открылось. Дурваса Риши. Взял Дурваса Риши, и ему все открылось. Вот, и тогда Дурваса смог увидеть, что Кришна... Дурваса понял, кто такой Кришна таким образом. И... Вот, и... Да, кто эти пастушки, Шидам, Судам, все эти друзья Кришны. И вот это и есть Сакхираса. И Сакхираса, она не является какой-то ниже. Вот. Вот. То есть это не что-то посредственное, низкое. Если говорить конкретно за меня, то я даже и не достиг Баджана Крии, Ништхи. Вот. Баджана Крии, Ништхи. Вот. То есть сейчас мы находимся в движении ссор и раздоров. То есть мы только делаем, что ссоримся. Вот. Но на ништхе это все можно игнорировать. То есть мы сможем с легкостью игнорировать весь тот негатив, который приходит к нам. Но если сейчас кто-то начинает говорить обо мне, это выводит меня из себя. Сегодня я говорил это на хинди, что если собака кусает нас, мы не должны кусать ее в ответ. То есть не такова наша человеческая природа кусать вас, собаку в ответ, когда она кусает нас. Поэтому если нас кто-то критикует, мы также не должны критиковать. Мы не должны...
Если кто-то критикует нашу гуру-варгу, мы должны попытаться дать ему понять, что это неправильно. Но если вы ничего не можете сделать, тогда нужно оставить общество таких людей. Вот. Но если кто-то будет критиковать нашу гуру-варгу, а я буду критиковать его или его гуру-дева, то какова разница между мной и им? Это означает, что и я, и он будут вовлечены в одно и то же оскорбление, оскорбление преданных. Поэтому люди могут обманывать нас, но мы не должны обманывать их. То есть мы не должны даже думать о том, чтобы обманывать других. Поэтому я говорю, что мы в большинстве собой по-прежнему находимся на уровне баджана крии. То есть эта тенденция в наших сердцах по-прежнему живет. Тогда как на уровне ништхи уже все совсем по-другому. То есть у нас одностороннее движение, уже нет, мы уже не можем развернуться и идти в другую сторону. То есть это такое Господу. И вот такова вот сакхья раса. Текст 74. Секанта вишвас. То есть вера и любовь. Да. То есть вот такой уровень therefore, делает нас вот это сакхья према, да, когда у нас будет такое. Тот, кто обладает такой премой, у них есть вот это ощущение, что Кришна, он такой же, как я. Это не так, что я выше Кришны или ниже Кришны. Он мой родной друг. Вот. Потому что в Дасярасе есть страх, благоговение. Вот, но в сакхарасе такая свобода, простота. Вот если можно привести пример, то, что я слышал от одного ученика Кришнадас Бабаджи Махараджа. Сейчас вылетело из головы его имя. То есть он Кришнадас Бабаджи Махарадж. На Западе его называют Акинчан Кришнадас Бабаджи Махарадж. И он действительно Акинчан, да, он всегда воспевал Махамантру. У него был... в Дауджи Мандире на Гокуле он сидел там рядом, да, там, храма. Он сидел, воспевал около 8:39. И вдруг он начал кричать. Кришна, не оставляй меня, не оставляй меня, я хочу пойти с тобой. О, Баларам, не оставляй меня, я хочу отправиться с тобой. И в этот момент он потерял сознание. Вот, и панды, да, которые служат вот этому храме Баладеву, они, увидев вот эти проявления экстаза в нем, и тогда они пошли за водой и начали разбрызгивать у него над головой. И таким образом привели его обратно в сознание. Когда они его спросили,
это, что произошло, почему ты начал орать вот так вот? Он говорит, насколько я помню, Кришна и Баларам пошли пасти коров. То есть и Судама там был, и все другие там пастушки. Но меня они не хотели брать с собой. Я не знаю почему. Но у меня было такое сильное желание пойти с ними. Они уходили. Вы знаете, мы в линии Манджари Бхавы, то есть в группе Лалиты. В Древа там Кришна всегда ходит. И в этой связи есть... Наратамдас Такур Киртан написал очень удивительный, как Радарани, она стоит на пороге и, да, своего дома и видит, как все уходят пасти коров. И Наратам Такур, он поделился с нами своим видением, как, да, вот этого всего происходящего. То есть в уме своем я думаю, пойти с тобой, но охранники, то есть Джатива, Кутива, другие, мой муж, Абхиманю, Аянгош, все они, то есть не позволят мне уйти, я боюсь, что будет со мной, если я уйду. Поэтому Манакори Санге Джай. Поэтому я просто смотрю с глазами полными слез, как ты уходишь. И далее поется Агуру Чандана Хойтам. Если бы я стала сандаловой пастой, тогда бы у меня была возможность, чтобы меня нанесли на твое тело, вот, перед тем, как ты отправляешься пасти коров. И когда ты бы потел, я бы в форме этой пасты могла бы, это, ну, стекая с твоего лба, могла бы попасть на твои стопы. Вот. То есть об этом молится. Но эти родственники, да, Бхиманю, они не позволяют ей плакать о Кришне, о этом черном мальчике. Поэтому что она делает? Она ложит мокрые дрова в печь, в топку, и это создает очень много дыма. И когда она плачет о Кришне, в разлуке с ним, вот, и все ее начинают спрашивать, почему ты плачешь, почему у тебя столько слез, вот, она отвечает, да это все из-за дыма. То есть это дым, мокрые дрова, так много дыма, у меня начинают слезиться глаза. То есть вот таково чувство ее разлуки. Я думаю, Кришна Дас Бабаджи Махарадж дал вот эту ливу, которую мы услышали от его учеников. То есть я знал его лично, этого ученика, и я слышал от него лично.
На пути в Кришнанагар, рядом с Калькутой, там есть одна станция, где этот преданный жил. Он раньше очень часто приходил к моему Гурудеву. То есть, когда мой Гурудев еще был физически присутствовал в этом мире, куда бы мы ни поехали, он часто навещал нас. Итак, Шримад Бхагаватам в 10-й песне говорится, 75-й стих, читание Чаритамриты. Итхам сатам брахма сухану бхутья. Дасям гатанам парадивитам. Дайвитам. Шрила Гурудев читает на бенгали перевод, а я на русском прочитаю. Не те, кто познает себя, поклоняясь Брахману или сиянию Господу, не те, кто преданно служит Верховному Господу как своему повелителю, не те, кто, запутавшись в сетях Майи, считают Господа обычным человеком, не могут понять, что великие души, совершившие в прошлом огромное теперь играет с Господом, как его друзья-пастушки. То есть здесь Шримад Бхагаватам говорит, как его друзья-пастушки. То есть здесь Шримад Бхагаватам говорит, то есть те, кто следует по Гьяна Маргу, да, на по пути знания. Джини Гьяна Марги, Бхагават Бхагават says, Джини Парадевата рупе, эван маясито бхактигане никар, наро балаг рупе пракашпан. Господь Сакьяраса. Брожу рахалган, баху сукрити фале, шокха раса бихар кориа чиле. Already explained. Means, Шримад Бхагаватам says, Krishna actually explain, as Bhagavad said, who Gyanamar. Gyanamar means the knowledge. Reading so many books. Здесь говорится о личности, которая поклоняется Брахману, или о тех, кто служит ему в дасья-расе, ну то есть с каким-то страхом, согласно правилам предписаниям, как мы. Вот, но Судама, допустим, или Субал, Сакха. Он не всегда находится с Кришной. Вот, особенно Субал, он всегда с Кришной, потому что он выглядит так же само, как Радхарани. И однажды, когда Кришна был в Явате, он плакал. Он был полон разлуки со Шримати Радикой. Он сказал, Субал, без Радхи. То есть я чувствую, что в моей жизни, не в моей душе нет никакого смысла. Возможно, привести ее как-то сюда. Ну там Джатила, Кутила. Но все равно. Кришна ему сказал, пожалуйста, сделай что-то. Потому что без Радхи мне не выжить. Поэтому приведи Раду сюда. И для того, чтобы удовлетворить Кришне желание, Субал отправился туда.
То есть он увидел там у главного входа Джатилу. И так как у него были некоторые отношения с Джатилой, то есть Джатила тогда, когда я увидел, она спросила: «О, что ты тут делаешь?» А он сказал: «Я потерял теленка». А в Индии такая вот традиция: если ты пришел в дом летом, то тебе обязательно дадут воды. Кажется, в России тоже какая-то такая традиция: куда бы я ни отправился, мне сразу приносят воды. В Америке чуть по-другому. В Америке, когда я приезжаю, мне говорят: вот там кран, стакан, там же пойдите возьмите, если хотите воды. В Индии вот такая традиция, что она увидела Субалу и сразу это говорит: пойди к Радхе, там возьми у нее воды. То есть он думал, что невозможно к Радхе добраться, но сейчас он уже... Он думал, что невозможно к Радхе добраться, но сейчас он уже стоит перед ней. И он объяснил все Радхарани. Он ждет ее. Мы начали обсуждать и говорят, что... Вот. Все, да, сейчас и вот так вот, что да, я сделаю. Вот, но, то есть ты ничего, ты просто слышишь приказ и делаешь, но в Сакхирасе идет какой-то взаимообмен настроениями, идет обсуждение, что, как лучше сделать. Вот, и поэтому, таким образом, Субал, он достиг Радарани и передал ей сообщение. Вот. То есть Кришна, когда он попросил его, вместе со своей просьбой он наделил его разумом. Как достичь этого? Достичь Радхи, как привести ее? И в итоге они что сделали? Они поменялись одеждами. Вот. Поскольку они были очень похожими. Но все равно осталась одна проблема. У Радарани была грудь. Вот. И тогда Субал сказал: «О, я сказал твоей свекрови, да, Джатиле, что я потерял теленка. Поэтому пойди возьми в Гешаву какого-то теленка, прижми его к своей груди, и таким образом ты скроешь свою грудь». Вот, и так ты можешь выйти и пойти встретиться с Кришной. Вот, и вот. Таким образом Радарани выбежала из дома в одеждах Субала Сакхи. Вот. Но она не только выбежала в одеждах, а не только выглядела, но начала играть роль, как будто она действительно Субала Сакха, и начала шутить шутки с Кришной. Она сказала ему: «Ты знаешь, я отправился в тот дом, но мне так и не удалось привести Радарани сюда, к тебе». Ну, Кришна все знает, конечно. Но Радарани его испытывает, действительно ли он так хотел с ней встретиться. Вот, поэтому внешне она играла роль, как будто она из Субал. То есть, ну ты знаешь, продолжила Рада в образе Субала, что я сходила к Чандравали, вот, и она уже готова, она может сейчас прийти. Но Кришна сказал: «Не-не-не, мне нужна Рада». То есть вот здесь смешанная Сакхираса, Кантараса. Just like Radharani testing,
Krishna really want me or not. But Shivarsaka's form, he is acting like a Shakha. But on the way, I make one thing. I went to Chandravali. Now she is ready to come, if you allow her to come. I just convey the message to her. Then Krishna said, no, I want Radha. This Sakya Rasa. This is Sakya Rasa. То есть те, кто находится в Сакья Расе с Господом, с точки зрения обычных материалистов, как они смотрят, как Кришна взаимодействует с ними, как они взаимодействуют с Кришной, всем им кажется, что это просто обычные детишки, люди. В действительности, если мы посмотрим в духовный мир, то все там являются Кришной. Там все Кришна. Однажды мой Гурудев об этом сказал в одной харикатхе. То есть все пастухи, Яшода, Нанда, Махарадж, все являются Кришной. То есть Кришна и его окружение тоже Кришна. То есть из правой стороны Кришны проявился Баварам. Из левой стороны Кришны проявилась Радхарани. Таким образом, Кришна играет с Кришной, сам с собой. То есть он играет. И Кришна проявляет игры с собой, с Кришной. Вот, поэтому, когда Кришна играет с гопи, там нету ничего плохого. Но когда мы начинаем играть подобно ему, да, то тогда это уже греховно. Вот, это просто Лила Шакти. Он просто проявляет игры, развлекается. Krishna is playing with gopis. They know her. But if we play, то есть каждый, в соответствии с тем вкусом, который живет внутри наших сердец, должен быть связан с Господом. But we have to understand, Krishna. В соответствии с нашими материальными привязанностями, или с нашей конституцией, конституциональной позицией, положением. Why feature? Because according to our test of spiritual practice, everyone. Мы можем связаться с Кришной, размышляя о таких, например, отношениях, как Сакья Раса, вот как пастушки Господа, размышляя об этом, таким образом мы можем прийти в эту духовную обитель и обрести вот такую связь с Господом. Нанда, Махараджа, Яшода, это другая категория преданных, у них родительская любовь к Господу. То есть у таких преданных есть желание поклоняться Кришне в образе Гопала. Вот, это ватсалья према. Другие же стремятся к Лиле, к Махапрабху. Или это Мадхури. А, Канта према, Канта раса. То есть разные люди, как они, разные личности, как они играют с Кришной. И все их игры выглядят, как будто это обычные люди играют. То есть, и поэтому Индра пришел в заблуждение, другие деваты, они были в заблуждении. So,
Вот Индра, он подумал, о, просто по просьбе, просто по просьбе этого маленького мальчика Кришны пуджа мне прекратилась. Я затоплю весь этот Вриндаван. И он наслал такие дожди, что это вот как слоны, когда они выпускают из своего хобота в воду, то есть вот такой, ну, как бы такой силы дождь начался. Да, это как дождь из ведра. И вот так он непрерывно лил. И Кришна, конечно же, знал, что это произойдет, поэтому до этого вот, до этого он уже организовал все так, что Агастья Риши должен был выпить всю воду. Поэтому не было никакого наводнения. Вот. А для того, чтобы защитить Враджаваси от ударов молний, он поднял холм Говардхан. И вот на маленьком мизинце, да, своей левой руки, он поднял Говардхан, и 7 дней он стоял вместе со всеми коровами, со всеми пастушками, всеми Враджаваси, и ничего не произошло. План Индры не удался, поэтому Индра спустя 7 дней до него дошло, что то есть он увидел, что Кришна везде, он все и вся. И в отца Лераси вот такая молитва возникает, да, то что Памела Мата. То есть ты мой друг, близкий друг, отец. Ты мое знание, ты мое богатство. То есть, ну, сейчас мы учимся, чтобы стать инженерами, хотим стать учеными. То есть, понять, что там в космосе происходит. То есть, они даже ничего не создают, они просто открывают по-прежнему что-то новое и новое. То есть, но при этом они гордо заявляют, что это они что-то создали. Они просто делают открытие. То есть никто ничего не может создать без помощи Кришны. Без помощи Кришны. То есть проблема вот в этом, что мы учимся, чтобы обрести что-то здесь, чтобы обрести что-то здесь. Тогда как все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы постичь вот эту удивительную харизму Господа. Поэтому Махапрабху говорил, есть только одна причина что-либо изучать, это для того, чтобы обрести Кришна Бхакти. В противном случае это не имеет смысла. Но постепенно мы видим, что под именем Господа Чайтани we can see people are increasing their knowledge, that realization people gradually getting through chanting Hare Krishna Mahamantra, different stage of
prema, loving stage, like friendship love, like servant love, loving service, loving friendship, loving. Вот, что Гурудев говорит, что Махапрабху дал нам всякие разные вот эти расы, мы узнали, да, что и вот в наши дни преданные поклоняются, кто-то там Гопалу поклоняется, кто-то другому образу Господа. И вот сейчас у нас проблема, что поют даже Гопала Радхи, но там, где есть Гопал, там нет места Радхани. Ну, вот. Вот. Там, где Радхарани и Гопал не могут быть вместе, только вот в этой лиле, когда Гопал, он пришел в образе Гопала, Радхарани, она закрыла глаза. Только так можно как бы медитировать на это. Но в противном случае Ватсаля раса и Мадхури раса, Канта раса, они как бы несовместимы. Это разные настроения. Будет раса Абхас. То есть, если в то же самое время поклоняться Кришне в образе такой роскоши, великолепия, и внешне это будет божества Рады и Кришны, это в действительности будет Кришна и Сатьябхама. То есть, воплощение Радхарани будет Сатьябхама. Они все являются воплощением Радхарани. Но Рада, она всегда пребывает во Вриндаване. Это Кантара. Вот как Удава. У него было столько много знания, и он думал. То, что у меня есть много знания, сейчас я все им здесь расскажу. То есть все им здесь объясню. Ну, если вы почитаете этот разговор между Гопи и Удавой, тогда вы... Да, то есть вы увидите. Вот. Когда мать... То есть та привязанность, которая есть у матери к ребенку, никто не может постичь ее. Вот как Читралекха. И ее мать Рупа Манджари. То есть каждое утро она хочет ее видеть. Они приехали сюда на пару дней. Они приехали несколько дней во Вриндаван, но Рупа Манджари мать. Вот, она сейчас, ну, так как сейчас начался карантин, всех закрыли, не могут выехать, то Рупа Манджари, она чувствует, что вот она не может увидеться со своей, так как сейчас начался карантин, всех закрыли, не могут выехать, то Рупа Манджари, она чувствует, что вот она не может увидеться со своей дочерью Читралекхой и Кшри Читралекхой, и как часть от нее отняли. Такая у нее любовь, привязанность к своей дочери. Сакхи према, это тоже очень-очень хорошо, здесь нету ничего плохого. Но наша парампара, сакхи према, это тоже очень-очень хорошо, здесь нету ничего плохого. Но наша парампара, то есть ведет нас к тому, чтобы мы стали служанками Лалиты Сакхи, Рупа Манджари, Ананга Манджари. Поэтому, когда вы воспеваете, размышляете об этом, и постепенно вы сможете достичь высшей цели вашей духовной практики, понять ее и достичь ее, Канта Раса. Мы будем продолжать читать, и постепенно мы достигнем этой цели. Сегодня в Вриндаване чуть прохладней, нежели в других днях.
сегодня температура опустилась до 28. Поэтому нету никаких вентиляторов, я наслаждаюсь погодой. Если будет все хорошо, мы завтра с вами встретимся вновь. То есть, если по милости Кришны, да, Он нас приведет, соберет нас всех вместе. Мы продолжим.